сегодня мы собрались командой Logic Bar для того, чтобы наполнить радостью детские сердца. Мы заранее попросили ребят нарисовать, кем они хотят стать в будущем. И уже сегодня одного из этих счастливчиков мы будем знакомить с его возможной будущей профессией. Мы уверены, что логика и гибкость мышления нужны в любой сфере деятельности, а уж тем более в любой профессии. Делаем мы это в рамках проекта Logic Bar исполняет детские мечты, где мы знакомим ребят из разных школ и гимназий с их возможными будущими профессиями. Сегодня мы приехали в гимназию номер 11 для того, чтобы осуществить мечту первоклассника Марковского Тимура, который мечтает стать пожарным. Мы подготовили для Тимура и его одноклассников совместно с МЧС сюрприз – экскурсию в настоящую пожарную аварийно-спасательную часть номер 4 города Минска. Ну что, пойдемте посмотрим, понравится ли Тимуру наш сюрприз. Мы пришли к вам сегодня в гости. А вы знаете, кто это? Нет. Не знаете? Вы не знаете тетю Лоджик? Кто знает, поднимите руку. Поаплодируйте, кто знает. Кто не знает, тоже аплодируем. Кто не знает, то просто не ходит на логику. Спасибо, Елена Владимировна. На самом деле мы приехали к вам в гости сегодня для того, чтобы задать вам вопрос. Дети, скажите, пожалуйста, кто нарисовал вот этот замечательный рисунок? Выходи сюда, давай с тобой знакомиться. Привет, как тебя зовут? Меня зовут Тимур. Марковский Тимур. Да, я вижу, что у нас здесь, видишь, подписаны твоя фамилия и имя. Скажи мне, пожалуйста, а это правда, что ты хочешь стать пожарным? На самом деле Тимур у нас выбрал одну из самых благородных и самых, ну скажем так, серьезных профессий. Профессия, которая помогает людям, да, которые попали в какие-то чрезвычайные ситуации. И сегодня, благодаря Тимуру, мы подготовили сюрприз, Тимур, для тебя и для твоих одноклассников. Сегодня Logic Bar исполнит твою мечту и познакомит тебя поближе с профессией пожарного. Мы совместно с МЧС подготовили экскурсию в пожарную часть номер 4. Поэтому, ребята, давайте мы похлопаем Тимуру. Подарит настоящему пожарному, да? Поэтому сейчас его сложим в файлик, и ты сам лично подаришь свой рисунок. Это вы рады поехать сегодня на экскурсию? Да! Мы подготовили сюрприз Тимуру и его одноклассникам. И совместно Советского района подготовили сюрприз. Экскурсию в пожарную часть номер 4. Пожарные машины.
пообщались с нашими доблестными МЧСниками. И, Тимур, для тебя сегодня Logic Bike МЧС исполняет детские мечты. Сегодня мы тебя познакомили с работой настоящих пожарных. Вручай свой подарок, свой рисунок. Спасибо. Давайте похлопаем, ребята, Тимуру Ивану Ивановичу.